Все-таки средневековые архитекторы были гениями, они строили замки, роскошные сооружения, которые были еще и на редкость практичными. Замки, в отличие от современных особняков, не только демонстрировали богатство своих владельцев, но и служили мощными крепостями, которые могли удерживать оборону в течение нескольких лет, и при этом жизнь в них не останавливалась. Даже сам факт, что многие замки, пережив войны, удары стихии и беспечность хозяев, до сих пор стоят целыми, говорит о том, что надежнее жилища пока не придумали. А еще они безумно красивые и будто появились в нашем мире со страниц сказок и легенд. Замок Рейхсбург, Германия. Тысячелетний замок первоначально был резиденцией короля Германии Конрада III, а потом короля Франции Людовика XIV. Крепость была сожжена французами в 1689 году и канула бы в лету, но немецкий бизнесмен приобрел ее останки в 1868 году и потратил большую часть своего богатства на восстановление замка. Мон-Сен-Мишель, Франция. Неприступный замок Мон-Сен-Мишель, со всех сторон окруженный морем, одна из самых популярных достопримечательностей Франции после Парижа. Построенный в 709 году, он до сих пор выглядит ошеломляюще. Замок Гохостервиц, Австрия. Средневековый замок Гохостервиц построили в далеком 9 веке. Его башни и сейчас неусыпно следят за окружающей местностью, гордо возвышаясь над ней на высоте 160 метров. А в солнечную погоду ими можно любоваться даже на расстоянии 30 километров. Бледский замок, Словения Замок расположился на стометровой скале, грозно нависающей над озером Блед. Помимо роскошного вида, открывающегося из окон замка, у этого места богатая история, здесь располагалась резиденция сербской королевской династии, а позже и маршала Иосипа Бростита. Замок Гагенцоллерн, Германия Этот замок расположен на вершине горы Гагенцоллерн высотой 2800 метров над уровнем моря. В период своего расцвета замок в этой крепости считался резиденцией прусских императоров. Замок Барсиенси, Испания. Замок Барсиенси в испанской провинции Толедо был построен в 15 веке местным графом. В течение 100 лет замок служил мощной артиллерийской крепостью, а сегодня эти опустевшие стены привлекают разве что фотографов и туристов. Замок Нейшванштайн, Германия. Романтический замок баварского короля Людвига II построили в середине XIX века и по тем временам его архитектура считалась весьма экстравагантной. Как бы то ни было, именно его стены вдохновили создатели замка спящей красавицы в Диснейленде. Замок Метони, Греция. Венецианский замок-крепость Метони с XIV века был центром сражений и последним в этих краях форпостом европейцев в сражениях против турок, что мечтали захватить Пелопонес. Сегодня от крепости остались только руины. Замок Хаэншвангау, Германия. Этот замок-крепость был построен рыцарями Швангау в XII веке и был резиденцией многих правителей, в том числе знаменитого короля Людвига II, который принимал в этих стенах композитора Рихарда Вагнера. Шильонский замок, Швейцария. Эта средневековая бастилия с этой высоты птичьего полета напоминает военный корабль. Богатая история и характерный внешний вид замка служили вдохновением для многих известных писателей. В XVI веке замок использовался в качестве государственной тюрьмы, о чем Джордж Байра написал в своей поэме Шельонский узник Замок Эйлендонан, Шотландия. Замок, расположенный на скалистом острове во фьорде Лох Дуйх, один из самых романтичных замков Шотландии, славится своим вересковым медом и легендами. Здесь снимали множество фильмов, но самое главное замок открыт для посетителей, и каждый может притронуться к камням его истории. Замок Бадиам, Англия. С момента своего основания в XIV веке замок Бодиам пережил множество владельцев, каждому из которых нравилось воевать. Поэтому, когда в 1917 году его приобрел лорд Керзан, от замка оставались только руины. К счастью, его стены быстро восстановили, и сейчас замок стоит как новенький. Замок Гуаита, Сан-Марина. Замок с XI века располагается на вершине неприступной горы Монти-Титана и вместе с двумя другими башнями защищает самое старое государство в мире сан марино Ласточкино гнездо, Крым. В начале на скале мыса Айтадор располагался небольшой деревянный домик. А свой нынешний вид ласточки на гнездо получила благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в Крыму. Он решил построить романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах реки Рейн. Замок Сталкер, Шотландия. Замок «Сталкер», что в переводе означает «Соколиный охотник», был построен в 1320 году и принадлежал клану Макдугалов. С этого времени его стены пережили огромное количество раз при войн, что сказалось на состоянии замка. В 1965 году владельцем замка стал полковник Д. Стюарт и Салварда, который собственноручно вместе с женой, членами семьи и друзьями восстановил строение. Замок Бран, Румыния. Замок Бран – это жемчужина Трансильвании, таинственный музей-форт, где родилась знаменитая легенда о графе Дракуле-вампире, убийце и воеводе Владе Цепише. По преданию, он ночевал здесь в периоды своих походов, а лес, окружающий замок Бран, был любимым местом охоты Цепиша. Выборгский замок, Россия Выборгский замок был основан шведами в 1293 году, во время одного из крестовых походов на Карельскую землю. Он оставался скандинавским вплоть до 1710 года, когда войска Петра Ай отбросили шведов далеко и надолго. С этого времени замок успел побывать и складом, и казармой, и даже тюрьмой для декабристов. А в наши дни здесь располагается музей. Замок Кашел, Ирландия. Замок Кашел был резиденцией королей Ирландии несколько сотен лет до нормандского вторжения. Здесь же, в V веке, Э. Жил и проповедовал святой Патрик. Стены замка стали свидетелями кровавого подавления революции войсками Оливера Кромвеля, который здесь заживо сжигал солдат. С тех пор замок превратился в символ жестокости англичан, настоящего мужества и стойкости духа ирландцев. Замок Килхурн, Шотландия. Очень красивые и даже немного жуткие руины замка Килхурн расположились на берегу живописного озера Эйв. История этого замка, в отличие от большинства замков Шотландии, протекала достаточно спокойно, здесь жили многочисленные графы, которые сменяли друг друга. В 1769 здание пострадало от удара молнии и вскоре было окончательно оставлено, каким остается и по сей день. Замок Лехтенштайн, Германия. Построенный в 12 веке, этот замок несколько раз был разрушен. Его окончательно восстановили в 1884 году и с тех замок становился местом съемок для многих фильмов, в том числе для картины «Три мушкетера». Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.